Здравствуйте! Дорогие мои, ну, я возвращаю к жизни два жанра. Как бы немножко забытых незаслуженно. Это басни и приключения для детей. Итак, приключение первое. Кефир и револьвер. Ну, а сейчас в эфире рассказ о кефире. Кефир – это пес, живущий в нашей квартире и сующий повсюду нос. Мало найдется проныр таких, как кефир. Вчера, например, он, шныряя по скверу, нашел револьвер, чем, конечно, шокировал Леру. Я забыл вам сказать, что Лера – это хозяйка кефира, и Мичуринский 725 – это наша квартира. Но вернемся к истории с револьвером. Лера кинулась к милиционерам, вернее, к полицейским, с вопросом совсем не житейским. «У нас беда, товарищи, ой, вернее, господа, там у подъезда сидит мой пес. Сейчас он принес пистолет настоящий, черный, блестящий». «Пистолет? Да вы уверены в этом?» «Ну, как-то странно, пес с пистолетом. Ха-ха, какие-то и впрямь голливудские грезы. Лера в слезы, а вот плакать совсем ни к чему. Пойдемте-ка разберемся, что там к чему». Подходят к подъезду Лера и полицейские. А там уже куча бабушек. Лерины друзья лицейские столпились кольцом, а в центре кефир. С таким довольным лицом восседает ни капли не виноватый и пистолет прижимает к асфальту лапой мохнатой. Волнуясь, народ на слова не скупится. Служивый просит всех расступиться. «Отойди от оружия!» Лера кефиру кричит, а тот не слушается, рычит. А потом пистолет хватает за дуло, и его будто ветром сдуло. За кефиром бегут представители власти. Вернее, не за ним, а за тем, что у него в пасти. Следом Лера, за ней Валера, Рябушкин и все остальные, включая подъездных бабушек. Они беглеца почти настигают. И как вы думаете, куда прибегают? Не отгадали. В лесопосадку прямо на съемочную площадку. А там уже режиссер с лицом инквизитора матом ругается на реквизитора. «Если вы сейчас пистолет не найдете, я вам обещаю, вы под суд пойдете». «Мать, из чего у меня артист по бандитам будет стрелять? Ответьте-ка! Может быть, из водного пистолетика?» Реквизитор дрожит перед ним и говорит, заикаясь: «Клим, пока мы гримировали Толика, пистолет кто-то стащил со столика». Режиссер берется за валидол. В тот же самый момент на стол кефир, подбегая, кладет черный ствол. Реквизитор от счастья плачет. Режиссер довольный опять по площадке скачет. Кефир высовывает язык, улыбаясь. Полицейские мнутся, немного стесняясь. Лера, а с ней еще человек 300, зачарованно смотрят на любимых артистов. Кефир у стола территорию метит и думает: а вдруг и меня режиссер заметит. А что, неплохо звучит. Сегодня в эфире кино о кефире.